Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хотим вам показать видеообзор игры Bullet Storm, собственно, на Xbox. Сейчас, в данный момент, включим Xbox. И вы сами все, в принципе, увидите, какая хорошая игра. Действительно, выглядит эпично на Xbox. Хоть и старовато уже чуть-чуть, но ей не отбавлять адреналина, который она дает, собственно, в Xbox. На данный момент у меня поставлена FIFA. Вот, собственно, сам диск. Играем на Xbox. Повторяю. Вот мой человечек вам машет рукой, приветствует вас. Сейчас запустится игра. Сразу говорю, я уже достаточно давно не играл, поэтому придется размять ручки, прежде чем я начну ваншотить всех. Да, и сегодня мы покажем один уровень из игры, чтобы не спойлерить. И сегодня с нами видеооператор Феникс. Сегодня я буду чуть-чуть комментировать Bullet Storm. Да. Сегодня мы работаем вдвоем. Да, пожалуй, я думаю, мы даже не компанию покажем, а режим эхо. Который очень весел, кстати. Да, он очень хороший. И я почти его все прошел. Единственное, что у меня не получилось, все до конца. Это вот спасательный корабль я прошел на 2 звезды. Остальные все, собственно, на 3. Выбираем любую карту. Допустим, мне нравится название Monorails. Что-то там незнакомое. Уже и не помню, что даже. Ну, сейчас мы, собственно, все сами увидим, да. И покажем. Вот он, собственно... Ну, не очень сильно видно, но ничего страшного. Джойстик, да. Джойстик, да, белый. И пушистый. Пушистый-то точно. Удобный, я неправильно выразился, точно. Ну, они, в принципе, все удобные. Вы, кстати, ну, не очень обижайтесь, качество будет среднее, потому что... Это Xbox, и мы снимаем как бы с камеры телефона 3,2 мегапикселя. Поэтому мы покажем вам, в общем, геймплей. Начнем. Да, пожалуй, начнем. Пожалуй, все. Сейчас я выберу себе оружие. И покажем, кстати, некоторые фишки данной игры. И, кстати, добавлю, что были создатели таких офигенных игр, это как Gears of War от разработчиков. Конечно. И таких старых, но хороших игр прошлых лет, это Панкиллер. Да, кстати. Ну, давайте, начнем. И приступим к нашему веселью. Да. Так, выбираю себе... Ой, я уже не помню. Давайте дробовик возьму себе, да? Все, начинаем. Так. Джойстик вибрирует. Ну, поехали. Как там на хлыстке? Q? А, хорош. На джойстике я не знаю. Точно. Ага, вспомнил. Так. О! Я уже все практически добыл. Так. Кстати, хочу добавить одну очень вещь, что такого веселья мы давно не получали в играх, кстати. Можно здесь хорошо... Достаточно давно. Жирный какой, а? Твои веселье. Точно. Так. Прорываемся где-то случайно. Самое главное, вертолет, да. И его, кстати, можно сбить, дамы и господа. Да, все здесь можно сбить. Ах, вон он. Кстати, самое сложное здесь делать очень хорошие комбинации убийств. О. Вот это самое сложное. Да, вот босс, собственно, мини-боссик такой. Сейчас придется ему жопу порвать. Но не в буквальном смысле, дамы и господа. Даже в буквальном, я бы сказал.
Потому что тут есть такая способность, как отсветить мигранец. И шлем. Бомбы летят, по-моему. Все летит. Короче, не передать словами. Если вы решите взять Bulletstorm, то деньги потрачены не зря, ради такого веселья. Так. Сейчас я попытаюсь завалить его, все-таки. Так, кого-то там еще привалил. Вот засранец. Выжигание какое-то. В общем, открыли мы какую-то хорошую... Здесь, кстати, меня рассмешило. А одно, как называется, типа ачивмента, ну это здесь же ачивментов куча. Да, это анальный секс. Вам все ачивменты. Да. И, кстати, самое смешное, это анальный секс здесь. Надо несколько раз задницу врагу стрельнуть и выскочит такая надпись. Анальный секс. Очень, кстати, смешно. Меня первый раз рассмешило, я просто посмеялся в меру, как увидел эту надпись. Здесь прикольно очень. Да, сейчас мы, пожалуй, будем оборонять, я помню. Вот. Ага. Летят, собственно, наши любимые и нелюбимые нами вертолеты. Да, и которых надо еще замочить. Да. Но самое сложное здесь не просто надо зацепиться, еще когда определенная клавиша будет, и в середину надо попасть, чтобы пилота из вертолета выкинуть. Вот так. Да. Так, сейчас, пожалуйста, сфокусируюсь. Вот так. Взял я дополнительных припасов нам. По-моему, тут должен быть еще один босс. Все мы проходим, в принципе, на среднем, так как дабы враги получить более умные. Удовольствие от игры, ну да. Посмотреть, что, собственно, себя представляет все это. Выстрел в голову и другие. Конечно, играть уже, когда ты уже все прошел, скучновато чуть-чуть. Но это мы показываем тем, кто не играл, и чтобы посмотрели, из чего все это состоит. Да, Артем? Да, да. Собственно. Ну, опять же, показываем мы на Xbox'е. А как говорится, на Xbox'е всегда лучшая графика, потому что это Xbox. Ну да, хотя со временем уже потихонечку графика Xbox'а устаревает. Но они выпустят новый, и будет еще круче, чем старый. Да, с этим я согласен. Надо братве помочь. А то их там сильно прижимают. О, бомбу на нас навесили. На меня кинули бомбу. Поэтому придется сейчас немножечко выживать. Я попробую сделать вам анальный секс, но... Не всегда получается. Опять эта сволочь меня как бы зацепила. Вот он во что-то там впутался, видно сразу. Какую-то зеленую дрянь. Да. Ну поверьте, друзья, когда вы купите эту игру и будете первый раз играть, вам будет очень весело от начала до конца. Да. Ну, вот. Существуют такие вот как бы амуниционные пункты, где вы берете патроны, потому что патронов здесь вылетает ни много ни мало, около 300 где-то вот за такие вот бои. Вот. И достаточно нужная вещь. Сейчас, по-моему, на нас будут прилетать другие опять, игроки. Да. Но самое веселое то, что здесь есть даже такие мелочи, как убивать мух и получать за них достижения. Кстати, веселое такое преимущество. Да, вот пришли к нам игроки. Ой, собственно, компьютер. Какие-то новые, кстати говоря. Да, кстати, и сложноватенькие, да. Так, мне повезло, я пнул. И сразу видите, сколько кровищи появилось. Как бы даже я признаю, что я этого не хотел так сделать, как запланировал.
Когда, кстати, перезаряжается оружие, можно бить ногой вот этих вот монстриков. Ну, монстриков, потому что на человечках они не смакивают. Они какие-то мутированные, как в Fallout. Так, надо бы расправиться с этим здоровым. Он нам еще будет много причинять вреда. Игра достаточно нетрудна. Просто вовремя перезаряжайтесь. Смотрите по сторонам, и все будет хорошо. Бежать здесь что-то вроде вот такого спринта, можно упасть и прокатиться там. Да, кстати, прикольненько, весело, особенно если куда-то спускаться, да. Вот. А, получили мы свой рейтинг, прошли, собственно, на 2 звезды, кстати говоря. Но это опять же с учетом того, что я не играл в эту игру уже около более года, наверное, где-то вот так вот. Вот. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Мы вам показали. Удачи вам.